который особенно выделялся своими конструктивными действиями Добровольский. Не раз советские футболисты могли открыть счет. Особенно выгодный момент был у Люта. Однако на перерыв команды ушли при счете 0-0. Во втором тайме наша команда заиграла еще активнее после выхода на поле Татарчука. Именно после его быстрого прохода по флангу на 63-й минуте и был забит гол в ворота болгарской сборной. Татарь отбил мяч прямо на Михаличенко, и тот не промахнулся. Болгары могли отпитать мяч спустя 10 минут. Вот за это нарушение правил был назначен 11-метровый в наши ворота. Удар Танева. Гол. Что же, ничья, но судья усмотрел нарушение правил со стороны хозяев поля. Повторить удар. И на этот раз наш вратарь выигрывает дуэль.